организаторы и участники Дней русской культуры, всех вас сердечно поздравляю с праздником в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, с Днем славянской письменности и культуры. Мы сегодня вновь вспоминаем имена святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, великих просветителей. Что принесли они нашему народу? Они принесли нашим предкам очень многое. Культуру, язык, нравственные и духовные ценности. А самое главное – святую и спасительную православную христианскую веру. Их просветительское служение, а лучше сказать, подвиг их жизни, направлен на то, чтобы достигалась главная цель бытия – соединение человека с Богом, освящение всей жизни, а значит, исключение жизни всего того, что несет в себе грех и неправду. Под словом «просвещение» обычно подразумевается свет. В наше время люди нередко задаются вопросом, а что такое свет? На этот вопрос может быть тысячи ответов. Но Церковь, наша Святая Православная, отвечая на этот вопрос, неразрывно соединяет два понятия – святость и свет. Свет Христов, просвещающий всех, и святость, как идеал, к которому стремится верующий человек. Это и есть Божья правда, это и есть подлинное просвещение. В этом случае невозможна подмена понятий. Тьма не называется словом «свет», и всем очевидно, что тьма есть тьма, а свет есть свет.